И всем привет, долгожданное видео, где мы играем с Маркозафом в Roblox Doors. Да, мы наконец-то решились это отснять. Мы, в принципе, очень тут прокачанные. У меня вот достижения вот всякие есть. В общем, мы, возможно, будем пройти, но это не точно. Я пишу Маркозафу, я готов. Все, он тоже готов. Пойдем, пойдем, Маркозаф. Мы не по звонку, кстати. Идем. Идем. Че он не встает? Видимо, он багнулся как-то. У него с ПК проблемы просто большие были, я помню. В общем, мы с ним очень нормально так уже. Сейчас будем снимать приветствие, блин, минуту идет. Эти достижения даже какой-нибудь поставлю. Это бравер. Ну, ладно. Привет еще раз. Во! Идеально, как раз для видео. Ну что? Волнуется. Я тоже. Напишу, я тоже. Все. Сейчас волнуюсь. Ну, в принципе, он написал то, что он готов, но я не знаю, что он там. Я обложку, кстати, я не буду ему полить, вот. Вот. Идем. Идем, идем, идем. Так, сейчас почистим чат. Все, мы начинаем игру в Doors, погнали. Я не знаю, что из этого получится. Взяли отмычки. Берем ключик. Пусто. И открываем первую дверь. Вот Маркозаф идет уже. Вы его слышать не будете, но мы, ну и я тоже его не слышу, мы там договорились, что вот так. Моя лутовая! Маркозаф пошел нафиг. Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! Вставлю это. Блин, это вырезать надо будет. Ладно. Идем уже пятая дверь. Представь себе. Бекон. Скин реально у него что-то багнулся. Потому что у него другой скин был. Я не знаю, в связи чем это, но ник он поменял немного. У него другой ник, но он его поменял. Что тут у нас? Не понимаю. Все, он идет туда. Это моя. Давайте у него попробуем что-нибудь. Прикинь, Джига была Маркоза. Хотя он меня не слышит же. Ладно, идем. Какая дверь уже? Девятая. О, ненавижу эту дверь. Что тут у нас сломано? Ой. Скрич. Блин, сейчас О. Все, идем. В принципе, очень темно, вам не видно, поэтому я трачу Джигу. Я вставляю ее мем, типа. Такое. Окей. Что-то баганула запись. Я не помню уже, что-то какой-то дверь. Казав, идем. Я нажал, надо написать. Нажал. Нажал. Все, идем. Маркозаф, стой! Мне сейчас глич убьет. Ой, раш. Блин. Я чуть не умер, друзья. Я живой еще. Я очень честно испугался, потому что надо было в том шкафу прятаться
заскамил бы его, конечно, я. Крест. Представьте, будет сейчас. Друзья, ну креста нету. Ну, не повезло. Маркозав, идем. А, тут тоже нет креста, короче. Что-то темная комната какая-то. 17-я дверь. В общем-то, наконец-то немного нас с ним. Сейчас, почему видео так долго не было? Да потому что никак времени не было. Так, 19-я. Идем? О, лутовая. Жулик, не воруй! Мое! Мое, давай открывай. Давай. Крыса взял пол монеты, стырил. Слышь, ты верни слиток мой. Все, идем. Какая дверь уже? 22-я, представьте себе. А, моё. Крыса. Ты чё у нас? Нормально, монеты пропустил. Идем, 23-я дверь. Открывай. Молодец. Нету. Вот, блин, если сейчас Тимати будет, вообще добыло. Тимати нету. 24-я дверь. Это моё. Все, да. Он джигутип нашел, но это моя была джига, она вообще разряженная. Ха-ха-ха, лол. Бот. Ой, раш. Раш. Маркозав тоже сейчас чуть не умер. Мы могли бы даже в шкаф не залезать. Ой. Все, идем. И вот 27-я дверь. Представьте себе. Так. О, глаза. Давайте их отмычками проткнем. Нет, нельзя. Стой, Маркозав! Я жадный, конечно, я понимаю вас. Какая дверь? Казак, ты помнишь, какая дверь? Я нет. 30-я дверь. Собственно говоря, что мы имеем? Все, сик. А, сика не было. Кстати, мы сначала с Маркозафом хотели по Дискорду, типа, но потом у меня начал ломаться на микрофон. Собственно, вот сейчас мы кое-как-то что-то там поговорили по Дискорду, но по Дискорду вообще фигня. Да мы решили вот так вот. Мы не помним, кстати, какая дверь. Вот сик. Сик какой страшный. Пауза. Happy, happy, happy. Едем. А, собственно говоря, что мы тут? Иди посмотри, какая там дверь, и открой нам. Сезам, откройся. Ты помнишь, какая дверь? Окей. Ребят, напишите в комментах, какая дверь, а я пойду в 40-ю. Вот, видите, какое? Невнимательно. Получил урон. Пол хп целых. Снял. Надеюсь, Маркозав там спрячется.
Вот, Rush Blue. О, какая дверь 42-я. О, свечка, свечка, свечка. Свечка моя. Свечка моя! Понял? Ой. Ой. Едем. Ключ надо. Ищи сам ключ, Маркозав. Вот ключик. 47-я уже дверь. Капец. Все, сейчас будет фигура. Так, все. Фигура! 11 минут уже запись. За 11 минут, прикинь, мы до фигуры дошли. Прикинь, за 11 минут, Маркоза. Пойдем? Чё? А, он мне, походу, хочет ставить. Ребят, ну мне лень его ждать. А, как думаете, стоит мне ждать этого Жигуля недоделанного? Я думаю, что нет. Жигуль! Все, фигура. Фигура, кстати, там спавнится почему-то. Чё, смотрите. Тяпнулась! Ребята, она тяпнулась. Фигура хакер. Вот, жутик книгу один нашел. Ну, не я, а Маркозав. Окей. Хорош. Тут нету книги. Блин, он уже 3 книги нашел. Ой-ой-ой. Сюда. Если... Ой. Я надеюсь, Маркозафа там не сожрут. Ищем дальше. Книги нам очень помогли. Уходим от фигуры в нашу нычку. Сидим. Не дай бог, она сожрет Маркозафа. Не можно залезть? Ну да. Все. Идем дальше. Я не очень думаю, что Маркозав где-нибудь сольется. Мы с ним фигуру 1000 раз проходили. Хотя этот бобер может везде слиться. Сидит, смотрите. Ползет. Так. Ой. Вообще капут. Короче, Маркозав там на втором. Мне тоже надо было уже на второй сходить. На втором много книг. Свечка погасла. Я слышу что-то. Ой. Ой.
Меня жопа. Может быть, нет. Быстрее. Фух. Марказов уже что ли все книги нашел, походу. Пиши. Я немного замолк, но мы просто книжку еще одну искали. Что-то я пропустила. Все, бежим сюда. Встаем. Пусть он сразу весь мне напишет пароль, очень неудобно просто. Восемь. Пять. Один пять. Сюда иди. Один пять, короче, еще. Все, один пять. Мы прошли фигуру. Марказов, прикинь, мы прошли фигуру. Давайте купим вот это. Мне ни на что уже не хватает. Держи, брат, поешь ты. Купи себе что-нибудь. Купи крест, Марказов. Он витаминки купил. Ну ладно, а крест? Ладно, окей. А я ключи купил. Вот какой я запасливый, понял? Дебильный Марказав. Ой, Раш. Все, я надеюсь, Марказав там спрячется. Мог бы и тут спрятаться я. Сыча нету? Нету. Какая тут уже дверь? 57-я, ребят. И ни одной смерти. Смерти. Прикиньте, а вы до скольки проходили и ни одной смерти у вас не было? Все.
59-я дверь. Прикинь. Фигура, кстати, будет еще одна только в конце самом. В конце жопа. Вообще. Прям мурашей будет миллиард. Все, идем сюда. Ой, точно. Ладно. Не хочу задохнуть просто. Ладно, мы сейчас найдем ключ. Ой, здесь... Жига кончилась, ребята. Капец. Если еще свечка кончится, вообще будет плохо. Потому что это единственный мой сейчас источник света. Вообще ничего нету. Где рычаг? Ой. Сучка. Ребят, ничего не видно. Идем, короче, трэш. 22 минуты мы рычаг не можем найти. Давайте поищем. Но это не есть хорошо просто так долго тут сидеть на одной комнате. Монетки. О, все. Я слышу, Марказов нажал. Ладно, я думал то, что я зайду в Румс, но я, как вы понимаете, не хочу уже. Раз Марказах не хочет. Замазали ключ. Трэш. Все замазали, все. Не видно. Шестьдесят вторая. Трэш, я сейчас сдохну вообще из-за этого. Я сейчас умру, короче. Очень больно он дерется, конечно. Марказав написал 63. Хороший у нас союзник. Марказав, то есть. Ой, Раш. Надеюсь, он там спрятался. Что это было? Ой, тут крест вроде бы может быть. А, нет, это не так. А, ключ я попозже немного. Сейчас захилимся. Очень много я, конечно, хватанул от этого дебила. Больно, он достаточно дерется. Но сейчас все и полечимся. О! Сик! Фонарик. Представьте, ребят, фонарик сейчас лежал на полке. Просто лежал прям.
Походу Маркозаф убили. Да, его убили. Ладно, я... Походу Маркозаф убили. Ладно, мне сейчас тогда раш. Все. Короче, ну, поняли. Фрески. Все. Ну, померли мы. Ну ничего. Померли мы, не померли, вообще пофиг. Дорого. А, ну куплю фонарик и отмычки. Идем с Маркозафом. Я купил, кстати, фонарик еще. Зачем-то. Идем, вторая дверь. Прикиньте уже. Вторая дверь! Как это много? Быть молодой. Много чего мне придется вырезать. Да и на фигуре обрезать чуть-чуть. Да, часовое видео не очень получится. Какая дверь? Шестая, вроде. Седьмая, да, шестая сейчас была. Седьмая уже. Седьмая! Ха-ха! Почему вот фонарик у нас наполовину заряжен только? Батарейки вне комплекта, так положите нам. Мы требуем батарейки. Так. Ля жулик. Залутанный. Богач. Купил фонарик с отмычками. Двенадцатая. У меня прям полный световой комплект. Открывай. На темных комнатах вообще не умру. Сдохли. Короче, трэш у нас. Ладно. Пс, чё, пс, чё, пс, пс, пс. Ладно, я теперь тоже ничего вообще брать не буду. Ни отмычки, вообще ничего. Может быть, в лутобой спрятаться и можно было, но...
Беру свои слова назад, я покупаю. Лучше бы я купил фонарик. Ладно. Окей, ну купил я витаминки. Ну и что, меня за это что, штрафуют? Мне теперь только свечку было найти, да и все. Ну и жигу. Жигу, свечкой будет вообще все окей. Ой, глазики. Глаза были, да, трэш. Шестая дверь. Йоу, Марказав, шестая дверь. Да, получилось, о. Давай, есть. Что тут у нас? Жига. Ухо чешется. Ключ. Ясно. Надеюсь, Марказов нашел уже ключ. Ну, ключа нет, ну и все. Одиннадцатая дверь. Сейчас будет двенадцатая. Раша нет. Четырнадцатая дверь. Ой, зря я витаминки потратил. Раш вообще певший. Короче, Марказов такой довольный нашел жигу, а это моя жига потраченная. Вы что-нибудь слышите? Потом, может быть, когда-нибудь я засниму Дорс без шкафов. О! Вот эта дверь. Марказов! Бегу! Сейчас витаминки как выпью. Не убили, у меня жига вообще-то. Еще будет свечка. Когда-нибудь через 5 лет будет еще одна жига. Не моргай! Боже мой, мне кажется, наш чел просто приехал отдохнуть, а ему приходится это все делать, блин. Ой. Мы напротив, кстати. Представьте, если бы я сейчас эту комнату открыл, было бы еще темнее.
35 минут, боже мой. Мы рассчитывали, что сейчас примерно за 30 минут пройдем все и все. А, глаза. Интересно, он сейчас видит, что глаза? Нет, нет. 31-я дверь. Витаминки надо нам пить. Потому что сик, 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 сик. Очень сик. Проходим этого циклопа одноглазого. Можете мотать, если хотите. Видео будет часовое, только сейчас я об этом сказал, блин. Так как он захотел такое, но мне не хотелось. Мне хотелось это все вообще в шорт закинуть. Потому что мне было лень это все монтировать. И музыку вставлять. Ай. Дурацкий огонь. Все, я умру. Окей, что-то мы как-то обоих утонули и не получилось. Окей. Открывай, если это. Нету ничего, представьте себе. Ничего там нету. Чисто открыл он и забрал я все. Ой, раш. Что там с ним? Живой? Живой. Надеюсь. А, да, все, он живой. Так, не бойтесь, ни один человек в этом видео не пострадал. Иди. Жесть, я сейчас витаминки выпил и просто уел. Кто видел, что моргало? Я, если честно, нет, я только по звуку это понял. Моё. Дебил. У тебя вообще полный комплект там, наверное. У меня только жига вот сейчас. Кстати, жига полная. Удивительно. Там просто у меня вообще была почти разряженная жига. А тут
Почти пол. Ну да, полная. Я обосрался. Капец, короче, сейчас глич схватнули. Окей, проходим фигуру. Книга. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я что, я все это время ходил? Прикиньте. Стоя. Если бы она меня спалила, что бы было. Ой. Ой. Жесть, она пока что медленная. Ну-ка, посмотрим, что тут за пароль. Нечестно. Я присел. Я присел, фигура нечестная. Короче, фигура нечестная наблюдаем. Она сейчас его сожжет. Уже умираю, у меня уже час. Ой, это я вырежу. И вот так вот у нас получилось пройти Дорс. Сначала вообще что-то как-то, ладно. В общем, вот так вот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы очень...